Я напоминаю, что после 9-го тура новые русские бабки проигрывали Игорю Христенко всего лишь 7 очков. Впереди выступление лидера. Сейчас все решится. Мне кажется, что к нашей передаче вполне подойдет такая фраза: клоуном не рождаются, клоуном становятся. Не могу с вами не согласиться. Действительно, в нашем проекте абсолютно все участники постигают эту нелегкую профессию клоуна. Перед вами Игорь Христенко в жанре клоунада. Кто победит в проекте? Что значит, кто победит в проекте? Это все как бы там наверху решается. У меня остался один жанр – клоунада. Ну что, я готов, как Гагарин и Титов. Я считаю, самый сложный жанр, потому что, ну, для меня звание клоун – это высшее звание в актерской профессии. На мой взгляд, чем серьезней ты делаешь клоунаду внутренне, тем итог должен быть смешнее. Я ничего не переживаю. Игорь Христенко, клоунада. Вперед, назад, в будущее. Уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою устаю очи и чело. Я поцелуями покрою устаю очи и чело. Побудь со мной, не уходи, побудь со мною. Я так давно тебя люблю, тебя я страстью огневою и обожгу, и утомлю. Тебя я страстью огневою и обожгу, и утомлю. Побудь со мной, не уходи. Побудь со мною, пылает страсть в моей груди. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Побудь со мной! Побудь со мной! Ну, что ты думаешь? Гениально! Игорь Христенко! Не уходи, побудь со мною! Давайте попросим наших зрителей в студии проголосовать.
Спасибо. Спасибо большое. Ответственность велика на каждом из вас, уважаемые друзья, но в 10 раз больше ответственности у членов нашего жюри. Николай Валуев! Дмитрий действительно сказал, как будто на Голгофе, потому что я, наверное, сейчас не вспомню все те 9 раз, когда я выставлял оценки Игорю Христенко, но они были всегда очень высоки. В этот раз я не могу вам поставить 10, это точно, абсолютно. Но я поставлю 9. Спасибо. Виктор Раков. Я за это время стал поклонником Игоря. Не могу сказать, что мне очень понравился этот номер, хотя Игорь пел замечательно. И не потому, что номер не очень понравился, а просто потому, чтобы Игорь не зазнавался, 9 баллов. 9 спасибо. Баллов. Спасибо. Алла Ильинична, Алла Сурикова. Поскольку у нас сегодня заключительная программа, хочу процитировать, извините, Рузвельта, который сказал в эпоху Великой депрессии своему народу: «Смейтесь, черт вас возьми». И в этом смысле Игорь нашему народу подарил вот это чувство юмора, потому что надо смеяться, несмотря ни на что и вопреки всему. И пока живешь, почаще смейся. Пока смеешься, ты живешь. 10 баллов. Спасибо. Спасибо огромное. Дашенька. Спасибо. Я очень сейчас переживаю, у меня мокрые ладошки. Это я очень сильно нервничаю, не знаю, может быть, Игорь, я взяла, дай бог, ваше волнение на себя, да? Нервничаю я вот по какому поводу. Потому что я не могу сказать, что мне понравился номер. Он был мастерски исполнен, да. Он был профессионален, да. Он был очень сложный, да. И если бы это была не крайняя программа, если бы Игорь не был лидером, и если бы на кону не был бы такой приз, и если бы не было сейчас вот такой вдруг интриги, но для меня я понимаю, что это не 10. Сколько не жалко, ну, да? 9. Спасибо. 9 баллов от Дарьи Сагаловой. Андрей Максимов, внимание! Сейчас будет необычная история. Я должен вам сказать, что у меня бывали разные моменты в жизни. Меня всегда спасала работа, то есть люди. В моих ли лекциях, в телепередачах, в книжках меня спасали люди. Я обращаюсь к людям, не к центральному сектору. Похлопайте, пожалуйста, те, кто считает, что эта работа стоит 9 баллов. Спасибо большое. А теперь похлопайте, пожалуйста, те, кто считает, что эта работа стоит 10 баллов. 10 баллов. Два первых места. Это сказал вчера. Молодец, Андрей Максимов обратился к людям, и люди традиционно не подвели. Итак, внимание, оценки нашего жюри. 47 баллов. Момент истины, квинтэссенция, соль программы и проекта. Голосуют зрители и, внимание на экран, каков результат? Баллов. Внимание на экран. Общая сумма баллов Игоря Христенко. 87 баллов. 87 баллов. В последнем туре Игорь Христенко, артист, который лидировал на протяжении многих недель, проиграл первое место. Я выиграл.
Счет на табло. Почему ты выиграл тогда? По жизни. По ощущениям, которые я получал эти 3 месяца, я, безусловно, выигрыш. Спасибо. Спасибо. Игорь Христенко. Я не расстроился, я очень рад за ребят, потому что Игорь Косилов, Сергей Чуанов, они абсолютно профессиональные артисты, и, безусловно, ту планку, которую они держали в течение всей передачи, просто низкие поклоны и респект, и уважуха.